в Саранхуле, мы все-таки попали в музей восковых фигур в Корее, и мы сейчас едем уже, купили билеты, уже прошли, и сейчас едем смотреть, что это. Со мной Катя, как всегда. Она уже вам надоела, мне тоже. Прям и глаза так блестят, и морщинки прям вообще... Зубы хорошие, да. Я бы себе такие тоже вставила. Единственное, что здесь под... Знаешь, в чем проблема? Рука, она слишком блестит. Выглядит ненатурально. Здесь так все в корейском стиле, такие эти. Как Индиана Джонс. Да, я только хотела сказать, что на Индиана Джонс похоже. Анджеук. Дэханмингук, Пэу, Кэм, Касу. Это актер и певец. Кольца у него, даже кольца служат. А у него здесь рука прям настоящая. Мне такое ощущение, что он сейчас такой, здравствуйте. Да. Меня зовут так-то. Блин, зубы у них крутяцкие. Зубы у них крутяцкие. Угу. Ты фанатка зубов? Вообще. Кто там у нас дальше? Это тоже какой-то кореец. Прям вообще. И это у нас Пэйон Джун. Дэхан Мингук Пэу. Им уже пора, знаешь, что поменять здесь на BTS все. А у них уже нет? Не знаю. Будет сюрпризом, если они будут. Это будет очень классно. Вот этого, по-моему, я видела. Это Чан Донгон. Это Дэхан Мингук Пэу. Это корейский актер. Костюмчик такой. Слушай, прям... Мне кажется, тут вечером страшно. Почему? Не знаю. Ну, вот такая, как комната страха, да, немножко. Мы как это, Сикстинская капелла. Джеки Чан прям очень похож, кстати. Ему даже щетину сделали, прикинь. Ну, блин, не знаю. Что-то есть? Что-то есть, но не до конца. Пучино, Пучино. Все? Все, мы фотографируем, да? Ты помнишь этот момент? Это же это... Как крестный отец. Крестном отце, да. Мне надо срочно. Так обязательно садись рядом с ней. Так, я тебя сейчас... надо понять, где. Это Де Ниро? Де Ниро, Роберт Де Ниро, Аль Пачино. Я типа должна быть так, с кем я буду заодно. Выбирай сторону. А вы за какую сторону? Пишите в комментариях, за Аль Пачино или за Де Ниро. Я буду продажной. Ты будешь продажной сучкой. Что там, «Звездные войны»? О, боже, как круто! Нет, я вон вот того мужчину с бокалом хочу. Вот того, да простит меня мой муж. Не, Брюс какой-то здесь немножко мультяшный. Идеальный получился. Да. Сильвестр Сталлоне. Сталлоне хорошо получился, молодой такой, когда он был. Я пока подойду к реальным пацанам. Блин, как живые вообще. Здесь находятся исторические личности. Это вот, кстати, вот эта женщина на 50-тысячной купюре. Да. Это адмирал корейский. Это король Сиджон стопудово. Да. Король Сиджон, который придумал корейскую письменность. Это какой-то чувак, который улетел на этом самом. Мы не образованы с тобой. Кто Леонардо это? Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи? Капец, мы с тобой лохи. Ну, я даже не представляла, как он выглядит. Завил свою бородейку. А сзади так вообще локоны. Не в каждой парикмахерской, между прочим, так забабашат. И кто это у нас тут такой?
будешь с ним фоткаться? С Обамой? Конечно. Выставлю в резюме. Точно. В президентском самолете вообще вот такая душевая комната. И это получается унитаз такой, знаешь, как стульчик квадратный. Душевая. Серьезно, кто там вытерся? Просто. Я даже знаю, какую фотку сделать. Да! Ты просто читаешь мои мысли навстречу. Посмотри, у него язык как настоящий. Ага. Сейчас. О! О, смотри, твоя фотка. Класс. Я с ним тоже буду фоткаться 350 раз. Воображаемый кофеек. Воображаемый кофеек. Ага, точно, прикольно, слушай. Обязательно смотрите, что вот здесь есть отметочки. Ног. Это где должен стоять человек, которого фотографируют. А вот такие синенькие, вот они почти ободранные, стрелочки. То есть вот отсюда нужно фотографировать, и будет выглядеть как будто 3D-снимок. Смотри, глаза. Ух, жуть. О, смотри. Они ворочаются. Они все начинают смотреть. Это как в Гарри Поттере. О, ты выбираешь, оно показывает чей-то глаз. Видимо, только я угадала. Я хочу этот. О, это G-Dragon. Полусделанный G-Dragon. А вот картина. Эй! Это как в Гарри Поттере, да? Мерлин Монро. Да, Мерлин Монро. Падам-пиду. Пошли. Ты там одна будешь фоткаться? Да, там по одному. Ну, давай. А, так. Я так снизу так, оп. Ну, такая фотка, что ли, получится? Сейчас посмотрим. Вон твои фоточки проявились. Угу. Ван Гог. Комната создана по его картинам. Короче, корейские селебрити. Естественно, сразу толпа народа. Все, я сейчас буду со всеми фоткаться. Тут и G-Dragon есть, и Ким Су Хён, и Гэнсок, я так понимаю. Да, это Гэнсок. Ну-ка, кто это? Напишите мне в комментариях, я забыла ее имя. Ой, это ж Ли Мин Хо, слышишь? Это Ли Мин Хо, которого мы вживую видели, а теперь он такой восковой. Вживую он лучше. И этого дядьку все тоже знают. Кто это? Это тоже актер знаменитый, только я забыла имя, блин, как всегда. Хён Бин, во. И G-Dragon, Big Bang. Для всех моих подписчиков, випов просто. Такой маленький.
Короче, внизу тут находится магазин, и здесь есть стенд с составом YG Entertainment, и даже есть ластики Big Bang, Blackpink, Winner'ов и Icon. И это официальный став, так что чтобы вы знали. Не обязательно покупать билет, чтобы пройти весь музей. Вход можно просто зайти с улицы в этот магазин. Вот здесь эти мишки YG. В музее мы зашли в такое интересное место. Это здесь все посвящено пиву. Мы ждем свою курочку и еще всякое. Когда мы были в музее, сейчас такое мини-отступление, мини-рассказ. Последняя комната, где находился Сай, где был Майкл Джексон и еще много-много восковых фигур. Там реально очень большая секция была. Там сейчас проводят какую-то пати, причем китайцы. У них закрытая вечеринка, и, мол, нам туда пройти нельзя. В итоге мы спустились вниз, и я поговорила с людьми, которые работают именно в этом музее. Я им сказала, что мы заплатили просмотр всего музея, почему мы не можем попасть в отдельную комнату, в которой там находится Сай, и еще много чего интересного. Вот. Мужчина, который там работает, вошел в положение, и он больше, наверное, боялся того, что мы поднимем хай, напишем плохие отзывы об этом месте. Поэтому нас индивидуально с эскортом провели на второй этаж опять туда, где проходила пати. Там были столы. Естественно, я не снимала, потому что он за нами ходил по пятам, разворачивал к нам фигуры восковые, фотографии вот здесь вы видите уже. Вот. Чтобы, не дай бог, никто в кадр не попал. Судя по тому, что я там видела, там были знаменитости. Ну, мы немножко глянули на частную вечеринку. Так вот, такая вот неловкая и не очень хорошая ситуация. Но если ты знаешь корейский язык, все у вас может получиться. Но если ты не знаешь корейский язык, вам пришлось бы развернуться и пожать плечами. Принесли наши жареные колечки, луковые колечки и жареный кальмар. И к нему еще вот такие соусы. Катя, давай пробуй на камеру. Кого я записывать буду? Или ты хочешь фотографировать сначала? Я люблю есть. Это будет какой-то, наверное, майонезный. Как типа... Это ты взяла, кстати, кальмара. Откусить не можешь? Он жесткий, да? Горячо? Горячо. Ну как? Не, вкусно. Просто горячо. Окей. Про лук я уже тебя спрашивать не буду, потому что... Оп. Пришла наша курочка. Здесь мы уже подъедаем нашу уджина. Уджина это кальмар. Тут у нас курочка с чесноком. Катя не очень хотела ее заказывать, но сказала, что будет вкусно. Я надеюсь, Кате просто понравится. Я хотела острая. Но мужик сказал, что там острая, капец острая, да. Там ты будешь просто огнедышащий дракон. Поэтому мы будем есть такую курицу. На этом, наверное, наше похождение заканчивается. Покули! Это последний ролик, в котором вы видите Катю. Катя, скажи пару прощальных слов. Корея идеальное место, если вы хотите поправиться и вкусно покушать. А еще много и вкусно выпить. Окей. Спасибо, Корея!